coming. Let's welcome Mr. Boris Bhogal. We never saw a big crowd like this. This is beautiful. At the most, we get 10 or 15. But thank you so much for coming. So I'm the head librarian. My name is Uma. And I just want to let you know that we have a very good collection of Russian books. We have fiction, non-fiction. We also have books for children. And those are wonderful, beautiful, good colors, beautiful picture books. So please, get a library card and borrow our materials. We have a staff person named Natalia, and Natalia speaks Russian. Natalia works every other Saturday. She's not working today, but I know Natalia wants to be here. But you know, you have your life, you know. So let's welcome Mr. Boris Bhogal. Take it away. Thank you. Ну, мне хочется начать нашу встречу с музыки американского композитора Джерри Бок, который написал мюзикл «The Fiddler on the Roof». Это замечательная музыка, этот мюзикл продолжает идти на сценах мира. Это о жизни евреев по рассказам Шалома Алейхема от Илье Молочники, жизни евреев в дореволюционной черте оседлости. И вот попурист с этого мюзикла я вам сейчас сыграю.
Москонцерте, то я аккомпанировал певице Клементины Шерми. Это было почти 50 лет назад, 1968 год. И она исполняла еврейские песни. Но в то время еврейские песни не очень были разрешены к исполнению, поэтому нам никогда не давали выступить в хороших, больших городах, не говоря уже о Москве и Петербурге. Вот, поэтому нас посылали как можно подальше с этой программой, куда-то в Гебедаг, в Узбекистане или Красноводск, в Туркмении. Ну и, конечно, это пользовался большим успехом, потому что в то время это было просто невиданно, когда певица пела еврейские песни. Вот, ну сейчас наступил такой момент, когда разрешают все петь на любой сцене. И вы знаете, что даже, ну и хор Турецкого, и Александрова, и вот ансамбль Александрова, который трагически погиб в авиакатастрофе, они пели, и было немножко смешно, конечно, когда эти военные хоры пели «Тумбалалайка» или там другие песни, такие там «Хава Нагила». Вот, и я хочу вам сейчас спеть несколько песен из репертуара вот, Клементины Шерми. Но я сейчас понял, что я с ней ездил в один город, в Азербайджане, столицу, в Баку. И вот когда мы с ней выступали в филармонии, там был Бюльбюль Оглы. И вот после концерта Бюльбюль Оглы нас повез к себе домой на машине. Причем вез с огромной скоростью и, по-моему, не по той стороне, где надо. Но поскольку он был герой своего государства и сейчас продолжает быть, по-моему, министром культуры Азербайджана, то он привез нам к себе домой. И вот его мама, я помню, это огромный стол, где она нас фотчевала. И было очень приятно так покушали и попили за этим столом. Вот послушайте несколько песен из репертуара Клементины Шерми. Excuse me. There are maybe a few of us who don't understand Russian. I understand your music, which is beautiful. But I wondered if you could... No, it's I can prefer this English translation. Because music more than my language. I can help. Oh, thank you very much. He just sold it 50 years ago. He is probably the singer in the Soviet Union, and Jewish music was not allowed in big cities, so they traveled all the country in small places from other republics, and he wants to sing for us some songs from the Thank you so much.
еврейская народная песня «Мамалы». Александр Овчиненский, он известен тем, что он написал такие песни, как «Барнички» с «Майштеттла Белтс», но не менее популярный его танго, который называется «Их обдих супели». «Я так тебя люблю». Сузайна Ленкас, их обдих цуфели, их трока диркай нас, их обдих цуфели, Сузайна Дергорбейс, Анархейс их вейс, их обдих ли. Hold my leben, aber gegeben, mein Herz zu meiner Schobe, ich bin krank, nur mein Gedanktracht wird von der Kome. Я так тебя люблю, что зла не помяну. Я так тебя люблю, что все перетерплю. И хобди Суфили, Сузайна Дирборфейс, Наталья Хейс и Хвейс, и Хобдик Ли. Композитор итальянский Джузеппе Верди, вы знаете, он написал много замечательных опер. И вот среди них одна из опер называется «Набука». В этой опере «Набука» в третьем акте звучит хор иудеев, рабов иудеев, которые оплакивают в Вавилонском плену свою потерянную родину, разрушенный первый храм. Эта музыка является неофициальным гимном Италии. Но если вы можете коротко скажите, Италия, чтобы она поняла, что это будет ДПБ. The chorus of the Jewish slaves.
композитор Гирш Осе Шалом, творящий мир в небесах. Осе Шалом бин Рама, Ой, Осе Шалом Алейну, Валь Коли Исраэль, Ваимру, Имру Аму. Ясе Шалом, Ясе Шалом, Шалом Алейну, Валь Коли Исраэль, Ясе Шалом, Ясе Шалом, Шалом Алейну, Валь Коли Исраэль, Ясе Шалом. Ясе шалом, шалом алейну веаль коль Исраэль. Ясе шалом, ясе шалом, шалом алейну веаль коль Исраэль. Ясе шалом, ясе шалом, шалом алейну веаль коль Исраэль. Сейчас я вам исполню несколько песен из репертуара замечательного джазового дуэта «Сестры Белли». В свое время дедушка их привез из Киева в начале гражданской войны. И вы знаете, что они получили огромную популярность. И до последнего дня замечательно послушать эту музыку, которая неувидаемая. И вот несколько песен. Вот одна из них называется «Мазл». Она звучала в кинофильме «Мамала». Музыка Абрама Эйнштейна. Мазл шайн замол фарьетн. Фавьедер норниш фармир, мазу добрех стаедан фрейден, фарвос арстом стунг майтир, овес тунг банка едешо, тосле фармейтун кайховину из алны что, ой, мазу лышал тамо фарьедн, фавьедер норниш фармир. Надеюсь, что в дом войдет, любимая, и грусть не оставит следа. Готов долго ждать я желанный, и счастье придет навсегда. О, вестун банкаеды шоу, после фарбейту кайховину из алсны что. О, мазал дышал тому фарбейтун, фарбейдер норниш фарбейтун. Абрам Эйнштейн написал еще одну песню, которая называется «Аби Гезунд». Или в переводе «Было бы здоровье». Аби Сузун, Аби Слорейген, Арут Ордер Копцелеген, Аби Гезунд, Кеннер Гликлэкзайн. Шух азой, а клей он латес, инкешене адрайфус латес, а бигезун кэнмен клиплэр зай. Дилуф из фрай, фарьеден глай, дизун зэ шайн фарьеда, эйне поры мода рай, 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 рай. А бисл фрей, а бисл лахэн, а мол мит фрай, наш нэпсл махэн, а бигезун кэнмен клиплэр зай. Эйне зука ширес, эйне зука вирес, I'm in the ganze Welt, einer meint das ganze Glied, einer und in Geld.
Золо зикон, золо крикон, морден трав бальмир. И дар дос ой капур свай, достиг штейт бальмансир. Абисулцун, абисул рейген, а руй ктон дэм копцу леген, абигезун, кэн мэн клихлок зай. Пусть дождь идет, пусть солнце злится, была б стена, что прислониться, как от здоров можно счастье ждать. Живи и пой, запрета нет. И равным бедным, и богатым солнце дарит свет, 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 свет. Один солнцем, один по Рейган, а рыбком для копту Леген, а бедным кэмэн клифлэкзайн. Клифлэкзайн, клифлэкзайн. Музыка и слова Бенсона Витлера «Вон Энтмен обисывала Марву». Где взять немножечко счастья? «Вон Энтмен обисывала Марву». Вон Энтмен обисывала Глиф. Das Rädel so dich überdrehen und prägen aus Masel zu ihm. Die Welt ist beschaffen für jeden, beschaffen für jeden im Gleich. Oi, wo nimmt man ein bisserle Kutschner, ein bisserle Masel, ein bisserle Glück? Oi, wo nimmt man ein bisserle Kutschner, ein bisserle Masel, ein bisserle Glück? Die Menschen, sie siechen das Masel, sie laufen, sie joggen, sie gick. In Asik und sie losen das Masel, bei der Gezweite hinter sich. Man kann das Schein mehr mit Rögen, dem ohne Erfallen zu lieb. Oh, wo nennt man ein bisserle Kutschner, ein bisserle Masel, ein bisserle Glick. Oh, wo nennt man ein bisserle Kutschner, ein bisserle Masel, ein bisserle Glick. Как будто в погоне за раем, мы вечно за счастьем в пути. Но часто мы счастье теряем, а после не можем найти. Ой, где взять бы немножечко, хоть бы немножечко счастья пропало и нет. Ой, вон Энтмен обисывала, кончно обисывала, мазал обисывала клин. В 30-х годах прошлого века Герман Янков приехал из города Гродно в Америку, где стал актером, режиссером. И вот он написал одну из песен, которую вы прекрасно знаете. Я сейчас вам как начну играть, вы сразу начнете захотите ее запеть. Дождливо за окном темно. Мальчик маленький тоскливо плачет под окном. Он стоит в стене прижатый и на вид слегка горбатый и поет на языке родном. Купите кожи, кожи папиросы, Трингене фон Реган и Фаргосен. Кожи, кожи, Бенемонос и Донатов Мирахмонос. Радовая тайосом унутой. Мой отец бою суровым жизнь свою отдал. Мамку где-то из винтовки немец расстрелял. А сестра моя в неволе, сам я вырос в чистом поле. Там свое я детство потерял. Друзья, друзья, купите папиросы. Подходи, пехота и матросы. Подходите, пожалейте. Сироту меня согрейте, посмотрите ноги мои босы. Купите кое-же папиросы, Трингене фон Реган и Фаргосы. Кое-же Бенемонес и Донатов Мирахмонес, Радове Айосом Фуну Торви.
сказать, эта песня была очень популярна в России при еще НЭПе. Ее пели так же, как пели когда-то бублички или там кирпичики. Вот так же были эти самые папиросы. Американский композитор Соломон Секунда. Он известен знаменитой песней «Бай мир без тышей». И вообще он написал очень много песен, и его называли Шлемазл, поскольку он никогда не брал денег за свое исполнение, авторских он не брал, за исполнение своих произведений. И вот одна из его песен, она считается русской народной песней. Называется она, если вы помните, «Москва золотоглавая, звон колоколов». На самом деле это еврейская песня, которая называется «Маида Шемейдала». Маидыши мейдлы, зи сазу шею. Маидыши мейдлы, и таидыши хей. Фун колки рехерлы, в дипсе виде перлы. Но раидыши мейдлы, кэнсай сазу шею. Мы верт миллионы, ин андре насьёны. Раидыши мейдала, кэнсайн азошила. Еврейские девушки, прекраснее их нет. А если не верится, обойдите весь свет. Ведь наши красавицы по всему миру славятся, потому что всем нравится их особенный шар. Футбол и рехерлы, дицей биди перлы. Но Раида Шемейдала, кэнзайна за шеей. Мы бэт миллионен, и на андры насьёнен. Но Раида Шемейдала, кэнзайна за шеей. Всю парень, стоит всю ночь парень перед домом и думает, какую девушку ему взять в жены. И он обращается к балалайке. Балалайка, играй весело, чтобы всем было хорошо. Штык, обохр, умр, трах, утрах, аганцна. Венен цунемен, унит фаршемен. Венен цунемен, унит фаршемен. Тумбала, 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 тумбала. Балалайка, шпил балалайка, балалайка, фредек зокзай. Мейден, мейден, хвелбадер фреген, воскен ваксен, ваксен он реген. Воскен бреннер, унит уфер, воскен бенкен, бейнен он трен. Тумбала, тумбала, тумбалалайка, тумбала, тумбала, тумбалалайка. Тумбалалайка, шпил балалайка. Балалайка, фрелек, зубзай. Наришер бохр, воздар, штуфреген. Аштенген, ваксен, ваксен, он реген. Либекен, бреннер, унитуфен. Арцкен, бенкен, бейнен, он трен. Тумбала, тумбала, тумбалалайка. Тумбала, тумбала, тумбалалайка. Тумбалалайка, шпил, балалайка. Тумбалалайка, фрелек, зубзай. Популярна в России в 30-х годах прошлого века. Так, там были такие слова, один из куплетов. На молдаванке музыка играет, пивно веселье пьяное шумит, а за столом доходы пробивает, пахан Одессы, Костя инвалид. На самом деле тоже еврейская песня, которая называется «Йосл, Йосл». Ой-ой-ой, йосл, 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 махает гейт миразы овнер дир. Ой-ой-ой, йосл, 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 те малки зец, но азу твердов дир. Ой-ой-ой, йосл, 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 и хо
wollen gerne nach nur für dir. Und gibt dir ganze Ohren noch einmal la Tore. Josef, ich kann mir dort dir. Josef, ich hole mir jede Nacht noch von dir und gib dir ganze Ohren noch am Ollatore. Josef, ich rapier nur dir. Ну, сейчас мне хочется вам исполнить несколько песен на иврите. Композитор Коби Ашрат написал «Халлилуйя». Халлилуйя, ля-лам, халлилуйя, ямшир кулам, бемилаха кодидра, халим, халим, ахаман тодавы, халим, гамху эзе олам юфра. Халлилуйя, икашир, халлилуйя, аль-йом шинзир, халлилуйя, аль-маше хаям. Аллилуйя, аллилуйя, аль-маше хайя, умаш от рогая, аллилуйя. Аллилуйя, викаши, аллилуйя, аль-йон шимзи. Аллилуйя, аль-маше хая, умаш от лёхая, аллилуйя. Аллилуйя, аль-маше хая, умаш от лёхая, аллилуйя. Композитор Наоми Шемер написала песню «Иерушалайм золотой, мой город вечный и святой». Это неофициальный гимн Израиля считается. Авир харит салун хаяин верахорани Нисавру ахарбами им кольпамани Ардемат делам вебе, что я бахалома, а ирашер падат ёшеве углибахама. Иерушалаим шел захар, вешел не хошер, вешло халули хошираим. Песня, которая называется «У нас до Рэбе Зимы». То есть, когда начинает петь Рэбе, то все хасиды ему подпевают. Будем считать, что вы все хасиды, и вы будете мне подпевать. «У нас до Рэбе Зимы». Зинген Алла Хасидин, Зинген Алла Хасидин, ра-ля-ля-ля-ля, ра-ля-ля-ля-ля, Зинген Алла Хасидин, ра-ля-ля-ля-ля, ра-ля-ля-ля-ля, Зинген Алла Хасидин. Надо рыбалах, надо рыбалах, лахом Алла Хасидин, лахом Алла Хасидин. Ра-ля-ля-ля-ля, ра-ля-ля-ля-ля.
надо рыба шмух, надо рыба шмух. Шмухен Аллах осиди, шмухен Аллах осиди. Написал очень много хорошей музыки. И вот в кинофильме «Цирк» есть такая колыбельная, когда маленького негритенка Джимми передают из рук в руки. И все поют на языках белорусском, узбекском. Да. И вот на идыш пел Соломон Михайлович. В свое время вырезали эти кадры с Михайловым из фильма. Вот. Но сейчас все восстановили. И вот я послушал, значит, уже восстановлен вариант. Я вам сейчас напомню эту мелодию. Это вышло в 1936 году фильм. Сон приходит на порог, крепко-крепко спит ты. Сто путей, сто дорог для тебя открыты. Нах из Ицфун, ран из ран. Тиккунструик шлоуфен, хундертвеген, доминлан, але фартирофен. Хундертвеген, доминлан, але фартирофен. Все на свете отдыхает. Ветер затихает, небо спит, солнце спит, и луна зевает. Хундертвеген, доминлан, але фардиро. В этом же году вышел еще один фильм, тоже с музыкой Сокольщика Дунаевского, который назывался «Искатели счастья». Режиссер этого фильма Владимир Корж-Саблин, чей дедушка Федор Корж был знаменитый театр, частный театр вот, Корша в Москве. Ну, это фильм о истории евреев, которые приехали в Биробиджан в поисках счастья. И он остался у людей в памяти благодаря тому, что там играли замечательные актеры Зускин и Тамара, Блементаль Тамарина. Вот, и благодаря той музыке, которая там звучит. И вот Исаак Кочетновский написал песню, которая называется «Еврейская комсомольская». На рыбалке у реки тянут сети рыбаки. На откосе плещет рыба, словно глыба серебра. Больше дела, меньше слов, нынче выпал нам улов. Будет селам и столицам добрый рыбой. Больше дела, меньше слов, будет нынче нам улов. Будет селам и столицам добрый прием. Над рекой, над водой плавал месяц молодой. Не меняли, ты ласкала, называла милый мой. Больше дела, меньше слов,
Нынче выпал нам улов, будет селом и столицам добрый боёк. На рыбалке у реки тянут сети рыбаки. Тянут песни, распевая о милом низком. Больше дела, меньше слов. Нынче выпал нам улов, будет селом и столицам добрый боёк. Больше дела, меньше слов. Нынче выпал нам улов, будет селом и столицам добрый боёк. Ну, вы знаете, конечно, имя Александра Розенбаума, этого, он писал хорошую музыку, писал не очень хорошую музыку, мне кажется. Но в целом он остается в истории, конечно, своей странной песни. Вот, его музыка близка к бардовской песне, я бы сказал. Вот вы знаете прекрасный его вальс «Бастон». Вот. Но первый период его жизни творческой он писал полублатные песни. И вот среди этих песен была такая песня, которая называется «Скрипач Аида Шмоня». Скрипач Аида Шмоня, когда-то бог симфонии, играет каждый вечер в ростовском кабаке. Костюмчик так не очень, но чистый, между прочим, и кое-что в потертом кошельке. Скрипач Аида Шмоня, скрипач всегда в загоне. Когда задуют ветры и душу замутит, тогда к тебе приду я и всем как ветром стучу. И мы споем наш старенький мотив. Здравствуйте, гости, ай, не надо, ай, бросьте. Здравствуйте, гости, дорогие мои. Столик ваш справа, Моня бис, Моня браво. Моня не гордый, Моня пьет на свои. Скрипач Аида Шмоня в своих сухих ладонях. Мое ты держишь сердце, как горло держит стих. Смычком едва касаясь забитых струн красавец, грехи мои больные отпусти. Играй, маэстро Моня, я вечно на перроне. Я трусь об них, как трется о струны канифоне. Но каждый раз в вагоне посажен твой Моня, снимают вмиг мне головную боль. Здравствуйте, гости, ай, не надо, ай, бросьте. Здравствуйте, гости, дорогие мои. Столик ваш справа, Моня бис, Моня браво. Моня не гордый, Моня пьет на свои. Ну, сейчас мне хочется вам исполнить две песни. Музыку сочинил я сам. Значит, я тут в интернете нашел стихи Булата Акуджавы, которым посвятил известному актеру Валентину Никулину, если вы помните. Вот. И эта песня называется «Иерусалимский романс». И вот я решил немножко озвучить это. В Иерусалиме первый снег, побелели удочки крутые, зонтики распахнуты у всех. Красные, светло-голубые, наша жизнь разбита пополам. Да напрасно счет вести обиду, каждому воздастся по делам, грустным и счастливым, и забытым. И когда ударит главный час, и начнется наших душ поверка, лишь бы только ни в одном из нас прожитое нами не померкло, потому и сыплет первый снег. В Иерусалиме небо близко, может быть, и коротко наш век, но его не вычеркнут из списка. Может быть, и коротко
наш век, но его не вычеркнуло из списка. Да, ну еще одна песня, которую я писал музыку на стихи, к сожалению, ушедшего Давида Клифанова. Она называется «Еврейская танго». На древнюю землю спускается вечер, прохладный источник, как песня, журчит, и тяжкие думы ложатся на плечи, и грустная музыка в сердце звучит. Еврейская танго, печаль о вчерашнем и страх за идущих за нами во след. Еврейская танго, как дума о страшной судьбе поколений, страданий и бед. И кровь от тоски, и бессилие стынет у мудрого старца седой головой. Всеобщий злоба поход по пустыне, несметной жертвы погромов и войн. Еврейская танго звучит, как и прежде. Мы горе и муки терпели не зря, и если мы живы, сегодня надеждой на имя еврея позорить нельзя. Мы жили мечтой и живем ей поныне. Не скроется солнце над вечной землей, любви превращенный в оазис пустыни, кольцом окруженный врагами страной. Еврейская танго уносит напасти, и музыкой жизни над нами плывет, и хочется верить в грядущее счастье, что выстоял муков еврейский народ. И хочется верить в грядущее счастье, что выстоял муков еврейский народ. Ну, а вот эту песню, которую сейчас я вам сыграю, ее исполнял Борис Гребенщиков, и она звучала в кинофильме «Асса». Эта известная песня называется «Город золотой». Музыку написал Владимир Вавилов, а слова Анри Волохонского. Ну, собственно, там история о святом рае, который высоко над нами, где живут такие библейские животные, орел, телец, лев. И вот послушайте эту песню. Вы ее знаете, конечно. Прозрачными воротами и яркою звездой. А в городе дом сад, все травы и цветы, гуляют там животные невиданной красы. Одно, как желтый огнегривый лев, другое волк, исполненный очей, и с ними золотой орел небесный, чей так светил взор незабываемый. В небе голубом горит одна звезда, она твоя, о ангел мой, она твоя всегда. Кто любит, тот любим, кто светил, тот и свят. Пускай ведет звезда тебя дорогой в дивный сад. Тебя там встретят огнегривый лев и синий вол, исполненный очей, и с ними золотой орел небесный, чей так светил взор незабываемый.
тебя там встретят огнекривый лев и синий волк исполненных очей, и с ними золотой орел небесный, чей так светил взор незабываемый. В Москве есть театр, который называется «Шалом». И вот при этом театре есть, его возглавляет Александр Левенбук. Раньше был Александр Лившиц, Александр Левенбук. Вот Лившиц, он умер в Нью-Йорке, а вот Левенбук хорошо выглядит еще, я недавно его видел. И мне кажется, что этот театр в хорошей форме, и все, программы у них хорошие, спектакли. И при этом в театре есть ансамбль, который называется «Gefilte Fish», «Фаршированная рыба». И вот одна из песен этого ансамбля я вот сейчас сыграю. Уж 30 тысячелетия живет на белом свете народ, который можно узнать издалека. Все с крупными носами, печальными глазами, в которых отражается надежда и тоска. Мы дали миру Гейна, Ньютона, Эйнштейна и крошка Чарли-Чаплина. Всего один из нас, и мудрый Дизраэли, и Мендельсон с Равелем, и даже, извините, сам товарищ Карл Маркс. Мои евреи, живите вечно, пусть мир и праздник в ваш дом войдут, пускай и не гаснет ваш семисвешник, а Гитлер, Йонтов, Золмер, Алле, Зайки, Зуб. Еврея на планете повсюду можно встретить. Он водится в Канаде и в Африке живет. Он даже на Чукотке сидит за рюмкой водки, рассказывая чукчу самый свежий анекдот. Мы в шахматы играем, науки изучаем, и скрипка наша может смеяться и рыдать. Мы чуточку торгуем, немножко митингуем, а если надо, то идем за это умирать. Мои евреи, живите вечно, пусть мир и праздник ваш дом войдут, пускай и не гаснет ваш семисвешник, а Гитлер, Йота, Золмер, Алле, Зайки, Зуб. Ну вот, поскольку я упомянул вам Чарли Чаплина, есть споры, то ли он еврей, то ли не еврей, но мне кажется, по интернету, что мама у него еврейка, звали ее Хава. А может и нет. Ну, несмотря на это, я вам сейчас сыграю попури. Музыка. Дело в том, что Чарли Чаплин был не только замечательный актер, но он еще писал музыку ко всем своим фильмам. И вот я послушал фильм «Огни большого города» и сделал попури из этого фильма всех мелодий. Thank you.
очень популярная есть еврейская песня, которую, как всегда, поют, когда праздники, день рождения, даже, наверное, наша встреча сегодняшняя. Она называется «Ломерал». Ну, я думаю, что мы все споем. Номер Алла, Америка Микаву, Пунгензай. Америка Микаву, Пунгензай. Ломер Алла, Ломер Алла, Ненависер. Library of Bright Mikabel Pungusai. Library Mikabel Pungusai. За столом, то после еды и выпивки всегда начинались песни. И они пели еврейские песни. Я хорошо помню. И одна песня мне понравилась. И мой дядя Марк, который прожил в Москве 93 года, вот он всегда ее пел, эту песню. Но она шуточная, но с хорошим намеком. Она немножко сравнивает русского и еврея. Ну, до революционного кабаке приходит, значит, если приходит русский, он выпивает бутылку водки. Если приходит еврей, выпивает немножко вина. Если русский уходит из кабака, он начинает пить стекла. А если еврей выходит, он начинает, набожный еврей, выходит и поет песни, значит, спокойно уходит. И вот эта песня, ну, я вам ее спою. А за мной гитеншейн куларай, гитеншейн куларай, гитеншейн куларай. Трихтеруйсь, аганцы блашвай, аганцы блашвай, аганцы блашвай. Ой-ой-ой, щикириз огой, щикиризы, трикинузы, вайларис огой. Щикиризы, трикинузы, вайларис огой. У нас заид, гитеншен каларай, гитеншен каларай, гитеншен каларай. Трихтеруйсь, акелешек вай, акелешек вай, акелешек вай. Ой-ой-ой. Аид из нитки гой, шикириза тритмекер, норды тви огой. Шикириза тритмекер, норды тви огой. У нас огой гетвун шейкаларыс, гетвун шейкаларыс, гетвун шейкаларыс. Але шойбан брехтер дохус, брехтер дохус, брехтер дохус. Ой-ой-ой, шикириз огой, шикириза трикинуза, вайлрис огой. Шикириза трикинуза, вайлрис огой. У нас аид гетвун шейкаларыс, шейкаларыс, шейкаларыс. А фрумен хосет зингтерарыс, зингтерарыс, зингтерарыс. Ой-ой-ой, аид из ниткин гой. Шикириза тритмекер, норми тви огой. Шикириза тритмекер, норми тви огой. Вот это, поскольку сидит ребенок один у нас, вот для него сейчас пою песню, потому что ее все дети поют. Она называется «Черепим черепом». Значит, в этом еврейском местечке Хелем дети поют эту веселую песенку. «Черепим черепом». В это время мама варит суп с лапшой, вареники и кашу. В этом городке есть Рэбе, который любит погулять, вышел погулять. И вот когда он вышел погулять, пошел сильный дождь. И мокрый Рэбе крикнул тучи. Хватит этой пытки, все хасиды сухими остались, только я промок на нитке. И в этом городке
смеются все с рассвета до заката и задаются одним вопросом. Кто у нас дурак, а у кого ума палата? Черебим, черебом, черебим-бим-бим-бим-бом, черебим, черебом, черебим-бим-бим-бом. Лондер, Зингер, Киндерлах, Аземерл, Сузамен, Анигендел, Апрелахен, Митвертелах, Восграмен, Димама, Карталокшенсу, Миткашен, Миткейтлах, Киндер, Йоттов, Пинфейт, Миршпилн, Зихендрейл. Черебим, черебом, черебим-бим-бим-бим-бом, черебим, черебом, черебим-бим-бим-бим-бом. Хорошо пел черепин, помогал мне. Но сейчас мне хочется вам исполнить те мелодии, которые я не пел. Вы сейчас услышите, может, вы будете вспоминать, что это за песни. Ну что, мальчик?
Карину шала алейхим. Карину шала, шала, шала алейхим. Карину шала алейхим. Карину шала алейхим. Карину шала алейхим. Карину шала, шала, шала алейхим. Нашу программу песни, которую написал, видите, уже микрофон не выдержу. Написал ленинградский композитор Ким Брейдбург. Она называется «Лыхаем». Это до заката, а ночью светят нам и звезды, и луна. Давайте проживем красиво и богато жизнь длинную и славную, что только нас дана. Не будем мы грустить о том, что нам когда-то придется завершить земной нелегкий путь. Давайте будем жить и верить в то, что свято, и в то, что встретимся когда-нибудь. Лыхаем, лыхаем, друг другу пожелаем. Дай Бог нам всем здоровья и счастья, и добра. Вся жизнь, друзья, лыхаем, успеха пожелаем, и наш завтра будет точно лучше, чем вчера. Давайте от души дарить улыбки будем, для дружбы и любви откроем мы сердца. Давайте будем жить, как не было бы трудно, и радоваться жизни будем без конца. Лыхаем, лыхаем, друг другу пожелаем, что в каждом доме нашем смеялась детвора. Вся жизнь, друзья, лыхаем, удачи пожелаем, и нам завтра будет точно лучше, чем вчера. Так много я даже не ожидал. Так что, вы знаете, эта программа, ведь я языка не знаю. Но я понимаю, о чем пою, но, в общем, я на втором месте после английского, по-моему. Так что, не там важно. Спасибо. Вы меня знаете, у меня есть списки этой программы. Если кого-то интересует, вы можете взять. Это мне сделал человек, я выступал в Санкт-Петербурге в ресторане. Вот. И он меня снял и сделал с картинами Шагала все это, с перемешком. Так что, если кому-то это хочется, пожалуйста, если это $10. А так, спасибо, что вы пришли.